такой, все вчетвером. Девушку, мальчика. Нормально, ровно, как человек, блядь. Как будто я преступник какой-то. Все это ж обосную, все. Просто так, смотрите. Да снесется, да? А себя улицу не работает. Нельзя же насильно забирать ключи. Смотрите, что делают. Насильно ключи забирают. Просто так. Просто так у мальчика ключи забирают. Смотри, просто так. Забрали. Вы что делаете? Вы что делаете? Эй, вы что делаете? Вы что творите? Не ломай руки ему, тварь! Bandito, gangsterito, mi costetto pistoletto, oh yes, mi strillando, ubivando, ugradando, toieto, oh yes, banco tresto, presidente, oh grablando, un momento, oh yes, isaento, regisento, nasnimanto, fino lento,
гранитом и стрелято пистолето. Ой-е! Мы фиато разъезжато целый день в кабриолето. Ой-е! Постоянно пьем чензано, постоянно сыто пьяно. Ой-е! Держим банку миллиону и плеванто на закону. Тормози, долбоёб! Одна вот, которую я уже снял, она вон вылетела в деревьях. Я ни хрена ничего не знаю. Июля 2021 года в дежурную часть управления полиции города Актау поступило сообщение о разбойном нападении двух неизвестных лиц на букмекерскую контору «Лата Клуб». Злоумышленники, угрожая ножом охраннику и кассирше, похитили с кассы денежные средства в размере 1 150 000 тенге, после чего скрылись с места происшествия. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое жителей Мангистауской области. В отношении задержанных санкции специализированного следственного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На сегодняшний день у нас определено 109 посетителей с красным статусом и 44 посетителя с желтым статусом. И тем, кто с красным статусом, то есть им необходимо было соблюдать изоляцию, они не соблюдали изоляцию и пришли в объект общественного питания или в любое здание, к ним будут применяться, согласно Кодексу административных правонарушений, статье 802, будут применяться штрафные санкции в размере 30 месячных показателей. Это ориентировочно 87 510 тенге. Ну, естественно, это сперва будет все выясняться, потом уже будут со стороны СС применяться штрафные санкции. We'll be right back.
30 июля состоялась торжественная церемония открытия новой водно-спасательной станции в микрорайоне Приморский-1. С участием акима Мангистауской области и первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям. Здание начали возводить в прошлом году, станция является самой современной в Актау. Оперативно-спасательный отряд оснащен спасательными катерами, образцами водолазного и водоспасательного оборудования и снаряжения.